котлован, это вот она растет. Это было прошлым летом. Вот. Не было здесь ничего свежей печки, кирпич красный. С весны 18 года это начали копать котлован, и застройщик заодно, чтобы дом признали аварийным, администрация, пробили крышу, 18 дыр. Вот это. И вот у нас все лето заливало, они все лето пробивали шифер. Вот. Ага. Вот сюда вот. Везде трещины. Да. А вот в этой комнате тут это. Тут сквозные трещины были. Мы их заделали на зиму, осенью. Запенили и замазали, потому что иначе сквозная трещина, как жить это? Но не холодно было? Или вот я смотрю обогреватели вроде? Выше 14 градусов 15 нельзя было натопить. Это у нас это уже 17 лет это. Вот у нас. Эта комната уже не живая у нас получается. Она уже тут так это как. Вторая квартира. Оно дом расстояние было, а сейчас это получается под этот под стену прямо льется вот. Так хоть она так немножко не доходила, не успевала, а сейчас. И получается к вас тоже. Да, но фундамент оно затапливает от этого. Вот.